этом видеовыпуске я расскажу вам про вот такую вот кнопку, которая может пригодиться на вашей лодке. Кнопка имеет два контакта для подключения, прижимное кольцо, резиновый колпачок, который предотвращает попадание влаги вовнутрь. Обращу ваше внимание, что кнопка без фиксации. Монтаж кнопки предельно прост. Вам необходимо будет сделать отверстие диаметром 22 мм, установить кнопку и с обратной стороны зафиксировать прижимным кольцом. Данную кнопку вы можете установить для управления лебедкой, звуковым сигналом, стеклоомывателем. Ее большой плюс в том, что она не боится воды и можно ее установить в любое удобное для вас место. Также она очень хорошо подойдет для установки в галюне для кнопки смыва.